детские площадки в Германии. Вот такие плакаты, называются они шильды, которые говорят о том, что с 7 до 20 часов дня только можно посещать эти площадки. Давайте посмотрим, что здесь находится. Мусорные баки, качели, места для отдыха как детей, так и их родителей, может быть, бабушек, дедушек. Вот такие горки. Полоса препятствий для лазания на руках. Вот такие бочки интересные. Вот здесь есть батут. Вот так он сделан, интересно. Качающаяся корзина. Вот такие домики. Небольшие качели, раскачивающиеся вот такого вида. Вот они. Также крокодил. Вот чудесные вот такие площадки.